Так, всем привет. Я получил, как я понимаю, огниво. Совершенно верно. Вот оно. Упаковано, как увидели, было неплохо. Ну. Огниво приличного размера. 8,5. Больше, чем 8,5 сантиметров. Ну, видно, я думаю. 8,8. Штанги на циркуле под рукой нету, так что на глаз примерно 7 миллиметров. Так, сейчас промерю. Нет, да? Да, 7, чуть больше. 7, около 7. Вот, черкашек. Так, надо подготовиться к проведению эксперимента. Так, значит, я сделал несколько дублей. Дело в том, что вот это вот черное покрытие надо предварительно снять. Оно вообще окисляется. Это, наверное, что-то было на заводе сделано. Только после этого можно вообще приступать к разведению огня. Я взял эту штуку. С этой стороны здесь зубчики, которые мне не понравились. С этой стороны, вот где миллиметр нарисован, вот здесь плоская вещь. Значит, поджечь мне вот такую бумажку пока не удалось, но дома, в общем, поджигать неохота. А так вот. Домовуха знатная. Я думаю, нужны полевые испытания для того, чтобы определить, насколько действительно она поджигает. В принципе, на балконе туалетную бумагу я поджег довольно легко.